А спонсор этого ролика – магазин аккаунтов и ключей AckStore.ru. Здесь вы можете купить топовые игры по самым низким ценам. Кроме того, всего за 20 рублей вы можете приобрести рандомный Steam ключ. Ссылка, конечно же, в описании. Ну а пока идет интро, я тут скажу пару слов о том, что вы увидите в дальнейшем. Точнее, в этом ролике, но без всяких спойлеров. Это, в общем-то, каточка, которую я записал чисто по фану, но потом, когда я уже записал ее, я засомневался, стоит мне ее заливать на YouTube или же нет. Поэтому я сделал голосование в группе ВКонтакте, и в этом голосовании, в общем-то, естественно, большинство из вас проголосовали за, поэтому держите. Да, и ссылка на группу есть в описании все еще. Всем здарова, ребятушки, с вами снова Макс, и сегодня у нас будет Рики. Как ни странно, это Рики Мару, это хардлайнер, ну и, наверное, это роумящий Рики, потому что стоять в харде и пытаться что-то выфармить, идея не из умных и не из топовых явно, поэтому мы будем, скорее всего, роумить. Ну, до тех пор, пока наш оппонент не додумался купить центри, мы будем стоять и получать экспу. Почему бы и нет? Инвиз у нас. Сколько там? Задержечка сейчас. Довольно высокая. Звук был. Крипа не добил. Йоу-йоу-йоу. Вот так вот. Ну, этот вот самый Рики, кстати говоря, ребят, если кто не смотрит стримы, я соболезную. О, Свен! Блядь, я весь голос надорвал себе. Radiant structures are fortified. Так, вообще, Джакира, наверное, ждет курьера с центрями. У меня вот есть такое ощущение. А, хотя он, наверное, отводы делает здесь. В общем, божески было бы их заблочить здесь, постоять до второй минуты. И сейчас заблочу, чтобы он их тут не думал делать мне даже. Как раз будем... Как раз будем смотреть, где этот парень ходит, что у него... Так, что это такое? Пугна. А Пугна где умерла? Сайленсер, ясно. Ой, Хускар и Сайленсер? Ну, неплохо, неплохо, ребят. Вообще такой неплохой стак потных парней у нас на топе. На боте, точнее. Больше, что мой. Мозги сварились у Максима. А чё вы от меня хотите? Зачем ты меня харасишь? У меня тангусов куча, я живу... И вообще не парюсь по этому поводу. Припеваючи. Это еще мягко сказано, как припеваючи. Вот сейчас вы смотрите. Крипы такие, ни о чем не подозревающие. Стоят себе, бьют тавер. Тут Рики, хоба, не добивает первого. И такой, хоба, добивает второго. Так все было и задумано ранее. Ну что ж, время тучи, наверное. Таймс то туча. Парниш, ну ты давай не будешь на меня тут рыпаться. Я понимаю, у тебя скади там, ЧСВ высокое из-за этого скади, но все-таки. Давай ты будешь просто стоять и фармить своих крипов. А потом я пойду и буду убивать твоих союзничков. Все, в принципе, логично. Что там? Нету еще сентрей. Топовый саппорт. Ну, думаю, сейчас Кура должна что-то им нести, поэтому пойду перехватывать ее. Джакира, ой, Джакира сейчас в меня врезался своим грудаком драконьим. Интересно, заподозрили что-то или не заподозрили? Идет, идет, идет. А куда ты идешь? Что ты хочешь сделать? Нормально мутишь. Неплохой такой даблпул получился у вас, парни. Мне нравится. Сейчас посмотрим на его реакцию. Где крипы? Хрен тебе, нет, вот. Все, парень прочухал тему, прочухал, наверное.
Сейчас будет злой, как черт, бегать здесь и пытаться меня как-то законтрить своими сентрями. Да хрен-то там. Я просто так не дамся. Это роумящий Рики, который не стоит на месте. Он все время в движении, он все время нагнетает обстановку во вражеском лесу и около вражеских пердаков. Поэтому оглядывайтесь, парни, когда во вражеском пике есть Рики. Очень часто оглядывайтесь. Хуха. Хуха. Это самый зловещий смех из всех зловещих. Я просто готов поспорить с вами даже на эту тему. А чё ты не это? Хотя бы похарасили бы его. О, изи разводочка на прыжок. Прям вот. Самое изи-изи. Смотрите, вот ребята у меня в команде, мне даже ничего делать не надо. Пацаны и так все делают. Видите, подрались, убили тут этого Сларка, куруслили. Все хорошо, я постоял, пофармил крипчиков. Не получил ни экспириенса, ни голды. Поэтому я прекрасен. Так, ну что ж, наверное, мы будем покруче, чем какой-то вот этот вот LS-ный закуп, который нам предлагает Valve. Ну, давайте, я постою, мне похуй. Стою, туплю, думаю, где Warp of Venom? А вот он, Warp of Venom. Меня там даже ребят не было, поэтому Джекира, пожалуйста, не покупай сентри. Марта, блядь, ни разу не пришел, я там, блядь. Квапа ни разу не пришел. Ну, неплохо. Ты был близок, Сларк. Ну, к сожалению, не очень у тебя все получилось. Ой! Ой! Это почти было бы идеально, если бы еще Сларк сдох. Дай хоть под Джакира эту херню свою. Ну ладно, Саллинс разоцепит. Ну вот, пацаны. Не надо, блядь, долбоёб. Понимаете мощь, да? Тут нужны стики. Были бы стики, я бы уже жил давно припеваючи. Ну я и так сейчас живу припеваючи. Я же это еще в самом начале сказал. Но были бы стики, я бы вообще не умирал. Не фармлю, совершенно не фармлю. Блядь. Совершенно так, надо... Слегка вот приубавить. Музыку можно даже прибавить и игру вот так вот. Хотя вот так вот. И вот это вот так вот. Замечательно. Катаем. Кто тут у нас? Вот у Сентри. Сентри. Все. До свидания. Я к вам на линию больше не приду. Через 4 минуты вернусь. Примерно к 11, когда эти Сентри пропадут. Поэтому можете ставить их по сколько душе вашей угодно. Вот. Так. Пойдем, пожалуй, мы на Хускара. Чё бы нет. Пацан, ты вообще жиденький. Сейчас мы его... Раз-два и все, и нет его. Раз-два и нет его. Так, чё тут? Ну, мне бы ДДшечку, конечно. Но неплохо, я и с руной, с хостой точнее, добегу сейчас. Лицо вам разломаю. Все прекрасно. Ну, вот, видите. Задезморалил Хускара. Он по-любому там на руне есть вард. Он увидел, что хоста пропала, и сразу лучше думает, свижу. Иначе этому Рике отдамся, это будет плохо. Это самое страшное, что может произойти. Опа. Ах, да хорошо! Что это за дискобол тут убил его? Удар из космоса просто ему по черепку. Вот, ребят, на ваших глазах Сайленсер превратился в густой, просто такой мясистый фарш. Ага. Чаще кидай. Станы свои. Вот он, роумище Рикимара. Только вот Сларк фрифармит. Ну ничего, мы-то ему лицо разобьем. Все же уверены в моих силах. Правильно, правильно. Я в том числе тоже. Здесь у тебя ничего нету. Лина лоу-скильная. Бояться ее вообще не стоит.
Сейчас будем показывать свою превосходность. Превосходство. Свою доминацию. Что мы мужик, у нас есть яйца, хоть и невидимые, и фиолетовые, но тем не менее они есть. Поэтому все нормально. Будем сейчас стоять и фармить в миде. Опа. Вот что надо еще для счастья. Инвиз замакшен, и пассивочку на один хотя бы. Ну, вот сейчас на два. Это еще легче. Не добил? А, нет, добил. Или не добил, не знаю. То ли анимация не прогрузилась, у меня такое часто бывает. Баунти руна, неплохо. Так, по сути, сколько мне там? Ну, по фигне, мне мана надо на то, чтобы раздуплиться полностью. Полностью. Максимум ГПМ. Рики, свети, свети. Ой. Ой-ой. Ой. Нас тут как-то обрубило с двух сторон. Я бы сказал. Все, до свидания. Я выполнил свою задачу. По-моему, она отлично. Ну и что мы будем собирать? У нас есть слон-друид, у нас есть мартра. И что из этого следует? Из этого следует, что мы будем собираться в догон. Как бы сказал Олежка, знакомая, значит нормально. О! Там еще этот пацан от дискотеки умер. Дискотека 80-х. Реально, вот когда ставишь вот эти вот два варда, получается, и там какой-нибудь морфилинг начинает перекачиваться, то там просто жесть. Там реально космические спецэффекты. Ох, какой глобал. Ай да глобал. Ой да глобал, засейвил себя парень, называется. Так. Ну вот, ребят, угадайте. Угадайте что? Спасибо. Я вот тебя прочитал прямо-таки. Вот он. Приближается. Рики Мару к своей заветной цели. Ну, ладно. Тучу не стал бросать, сэкономил маны. В любом случае, пугна тут решает своим вардом. И ставит, не ленится баба. Хотя... Ну, это как посмотреть. Это загадка ученых еще. Точнее, загадка для всех ученых. Причем тут ученые и их загадки. Не знаю, какого пола пугна. Голос у нее не особо на женский-то похож. Такой с хрипцой. Хотя она скелет, поэтому мало ли что у нее там. С голосом. По-моему, совсем не важно. Ой. Сын 3. Дай-ка я просто пройду. Ух ты. Неплохо. Мне, в принципе, пока что все нравится. Я тут хожу, вообще на месте не стою. Они уже начали как-то беспокоиться. Смотрю, там у этого, у Сайленсера Сентри появились. Хотя это не особо на беспокойство. Похоже, на 13-й минуте не купить хотя бы достов. Это уже странно. Буду ждать руну. Сейчас получу там экспулечку с медведиком. С медведиком. И пойду на нижнюю руну. Тут пусть клопа берет. Ладно. Отпустим мы эту бабу сегодня. А там это... Чмо! Ну ладно, это... Братан, братишка, у нас есть 2 ДД. Зачем мне еще третий? Зачем вот вам еще третий? Лоник, фантомка, зачем я еще нужен? Лондроид такого же левела, как я, хотя он стоит лет. Вот, фантомка без фарма.
Ну, братан, там все налейт, все налейт. Ну какой лейт, если они сейчас нас снесут? Ну я высосу из жопи, да, потом уже будешь на меня кричать. О. Неплохие варды такие. Хорошие, качественные сентри. Нравится. О. Бу. Ой, а этот шуток не понимает. Реально шуток не понимает. Я ж пошутил, ребят. Не надо было так делать. Это была безобидная шутка. Я его хотел всего лишь напугать, но у нас Квапа прям так видит, чувствует она во мне потенциал, сразу же залетает, как только я начинаю что-то инициировать, прям вот сразу. Поэтому, видать, уважает. А вот Лотар не контрится. Мой инвиз контрится, а вот Лотар не контрится. Лотар это дерьмо. Горите в аду, Сларки с Лотаром. Вот блинк тема для реальных патчей. Патчей. А это вообще не то. А, кстати, да. Давай быстрее. Сестренка, выфармлю свой орчид, да пошли. Вот он, этот Рики. А вот он. Анальная боль, я бы сказал. Но не скажу, потому что анальная боль будет мне. В лейте. И от союзников, и от врагов. Поэтому. Поэтому я просто сейчас пойду и буду убивать. В Хускара все как дам. Он покраснеет. И начистит мне рыло. Рогатое. У меня аж ладошка вспотела. От волнения такого. Реально. Просто жуть как. Волнительно, вот когда ты идешь вот так вот один за спинами врагов стоишь и чего ждешь? Сентрей? Сентрей пока нету. А, вот они, 4 сентря. Дасты и сентри. Это, конечно, страшно. Я прям не знаю. Вот он поставил вот здесь между вышек сентряк свой или нет? Мне вот интересно. 8 ассистов, ребят. Поймай. 8 ассистов. Вот для кого я играю? Естественно же для тиммейтов своих. О, я появился. Эх, арчит хоть. О, арчит собрала. Ладно, уже не страшно, уже не то. Так, 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 так. У всех досты, все надо там, как чё, кого, вот. О! Ты встрял! Вот тебе на! Вот, перед смертью я тебе еще накакал на лицо твое. Видите, он смеется, Дагон. На самом деле это признак дизморали. Это дизмораль чистой воды. Вот только медведя то, что убивает, а у тебя есть он? Неплохо, 30 секунд, сиди без мишки. Соси палец. Самостоятельно теперь. Так, молнии собирает наш лоник. Вот это вот что за винегрет. Как бы намек на БФ, но уже 18 минута. Доминатор. Опять же, который мог бы пойти в это БФ. Ну, не знаю. Доигрывает здесь только один Рики. Это само собой. О. У пацана блинк дагер. Давай, я байтить буду. Чувак реально решительно настроен. А, блядь, ничего, ну. Слишком я далеко был. Почему орчит не кинул она ни на кого? Вот почему? А, кинул на кого-то. Когда в нее Хускар уже разлетался, разлетелся. А я думал, я близко, а я как-то далеко, вроде и блинк нажал, а вроде и нет.
Вроде и тучу дал, а вроде и не дал. Вот видите, медведь. Вот просто на медведя. Вот Рики вообще тут отыгрывает на все 100, на него даже никто слова не говорит. Конечно, я тоже даже не додумался на него даже слова даже. Даже вот так вот. Вот, вот так. Вот. Максим, ты под спайсом, наверное, сейчас кто-нибудь напишет. Блин, плохо у меня, что глаза не как у хамелеона. Вот я сейчас стоял, закупался и катапульту просто автоаттачил. Были бы у меня глаза как у хамелеона, я бы и катапульт добил и закупился. Круто. Ну, у меня не такие глаза, к сожалению. Стрёмные обычные. Никакущие. Вот. Сларк. Ну, я думаю, тебе сейчас понравится лотар второго уровня-то. Неожиданно, в лицо. Не думаю, что ты такой... Они Рошана летят. Такой прям, не знаю, быстродействующий, что ли, что успеешь поражать свой лотарик, когда я тебя из инвиза разок ударю. И потом уже догон второго левела сделает свое дело. Хотя, что тут? Мгновенный урон всего 500 еще и магического. Ой, а я еще и появился. Неплохо. Меня видно. Ну так, ничего, подрались. Если честно. Вообще неплохо, я бы сказал. Я бы сказал, хорошо. О, а друид-то как сдох? Он что, дрался тоже, что ли? Он что-то пытался сделать, видимо, в этом замесе. Так. Айда почти БФ. Айда таскает она себе прям по деталечке. Хорошо. К успеху девочка идет. К успеху. Посмотрим, что будет. Это не страшно. Рош контрицы. Изя Еги там все дела. Ну, смотрите, нет центрей. Сейчас будем байтить на фантомку. Смотрите, как это делается в продоте. Смотрите. Вот там Курачу-то везет себя. Мека. Хотя, наверное, даже и не Мека, потому что там еще рецепт должен. Он по частям собирает это все дело. О-о-о. Кто-то чуть не отъехал. Ну ладно. Дружище, я иду с тобой. Я вот сейчас вот дождусь, пока ты один останешься. Ой-ё. Ой, мама, они сейчас под смоками появятся и додумаются, что я рядом. И все, и прощай, Рики. Досты в лицо сразу же прилетят. Так, ну там Аега. Там ветра. Много всякого сейва. Очень много. Будут доджить, как никогда не доджили. Надо их как-то бы на досты развести, и будет вообще шикарно. Правда, если их там у нескольких игроков много, то... Это ни хрена не шикарно. О, я появился. Отступаем. Неплохо. Ты это думал? Рики ретард. О. Нормально, нормально. Неплохо. Неплохо, неплохо. Неплохо. Хорошо, деремся. Изи вин. Изи гейм.
Рик считал друида ДД. Ну, я считал, да. Ну, коль так получилось. Естественно, мешка ДЦП. Вот, вот оно. Вот. 6-3-9, ребят. 6-3-9. Ну, бог. Просто бог Рикимару. Такого Рики... Да чтоб всем в команду. Если бы были еще нормальные наши ДДшники, типа... О, БФ появилось. Да ладно. Ну, хотя 24-я минута, там и доминатор есть. То есть, бабища в камбуху собралась прям такую жесткую. Знаете, не все так просто с ней. Ну, я думаю, эта каточка вывозится легко. Легко вывозится эта каточка. Байтим. О, Сларк. Это как? Бежать надо. Что у него много как-то инвиза? Вообще прям много инвиза. Ударил эту квапу из инвиза, ушел опять в лотар. Да конечно, я Егис. Неплохо. Вот, да, с таким друидом не вывозится, к сожалению. Это все грустно, очень-очень грустно, на самом-то деле. Не бывает худо без добра, да? Ну, смотрите. Этот что это? Он еще и МКБ варит. Против кого? Против фантомки сразу же? Ну, ё-моё. Ну, пацан, это же не серьезно, в самом-то деле. Сейчас там у кого-нибудь гем поди уже. Ю-ю-ю! Только пугна. Ну, неплохо, неплохо. Мутим. Догон третьего левела, все как надо. Идет. Чё, как там тебе? Лицо сломалось твое? Как Лагуна Бич, только от Рики. Фирменная Лагуна Бич. За такую можно бабки даже брать. Реально, вот. Мы с этой Слиной сейчас будем просто как в Гарри Поттере. Я буду как Волан-де-Морт, а она как шлюха. О. И мы так. Авада Кедавра! И вот. Ну, красиво. Должно получиться все. Очень красиво. Не курите, дети, спайс. Вот что я могу вам сказать. Ну вот, вот куда вот этот наивный чума прыгает? В кого там прыгает он? Ладно, меня пусть не боится, так у меня догон, потому что. Ну так в ДД-ху чистую прыгать, куда? Правда, вот айтемы из замеса вообще не появились. Вот один молоточек она купила. Что это, будут молнии, что ли? Почему молнии-то? А, БКБ точно. Так, вот реально, мне интересно, неужели это будет медведь с пайпом? Или мне кажется просто? Ой. В центре нет, все хорошо. Бежим. Все. Разведка прошла успешно, на мой взгляд. Неплохо. Опа. А где вот мои сентри? А нет, сентрей. Ой, сентрей. Да стоп хотя бы у кого-то. Все, БКБ есть.
БКБ есть. У кого? Фига ты быстрая. Вроде вот только что один молоточек был, а уже БКБ. Неплохая баба. Баба-зверь просто. А вот это вот Борис животное тоже ничего не может у нас. Яша на медведе. Это будет, наверное, снжа еще добавочная. Чтобы замедлять. Чтобы все у него замедляло. Просто там все. Орб. Там корни. Снжа еще, ага. Ничего не проканает. Ну там МС, да, большой, огромный. Был бы Радик, догонял бы изи просто. Так, 1400 хп. Угу. Сейчас будем производить расчеты. Интересно, это байт? Судя по моей аналитике. Блять, стики! Где орбита, блядь? Это печально. Знаете, когда, когда великого и ужасного Волан-де-Морта убивает какая-то шалава, это печально. Печально. Реально. Не знаю, я не могу даже передать это словами. Хотя чё бы вот мне эти стики дали? У меня, блин, в КД все, она ко мне лицом стоит. Бабу в лицо бить, как бы, знаете, неприлично. Надо где-то их там лещей, подзатыльников понавешать, потом она только что-то осознает и поймет, что она в этом мире лишняя и нужно бы ей уже закругляться. Варды поставь, да. Ну, а там еще подлетал чувак на блинке. Акахускар. Поэтому не думаю, чтобы я вышел. О! МКБ! МКБ! Лицо фантомки намотал Сларк на свою... Это Скади. Почему буква ему у меня зависла? Меч хотел сказать. На свою мечу. Да, в натуре странные варды даже поставить не может. Пугна там накиляла, почему вардов нету? Она там и Godlike сбивала этого парня. Чего там у него, Аган поди? Больше шипы фармит. Неплохая, неплохая. На фламборды. В команде. Давай, давай, давай. Ну. О, гем. О, привет. Ну ладно, потаскаем с собой, чё, мне сейчас ничего не угрожает же. Всё нормально. А, он друид наш пушер! Что там, ГПМ зашкаливает? Остаться мне форм. Да без проблем, брат. Сейчас мой тагун 4-го левела, вот он. Страшная штука. Идите за мной, блять. Ты так точно, капитан, за тобой. Вот только 13 ассистов вот здесь у вашего капитана-то на самом деле. А ты просто, просто какой-то лже-пророк. Лже-капитан. Дальше, блин, не надо дальше идти. Давай. Ой, там Сларк, надо тэпаться. Ну, кстати, неплохо. Недолго парень с гемом побегал-то. Недолго. Я бы сказал, вообще нет. Сука. Ой, ты встрял. Ну, у тебя догон залетел. Ждем догон. У него МКБ. Ой.
Ой. Ой. Больно. А, у него МКБ. Что это за тучи тогда? Тучи как люди. Вот туда бы сейчас, как она... А, заорал, это хорошо-то как. Ну, жив он все-таки. Все-таки жив. О. Ой. Не очень справедливо, конечно, куру накил. Но ничего, ничего. Сейчас я появлюсь. Вот у него Абиза, он сейчас как те... Ой, 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 Абиза, ой, Абиза в лицо. Ой, тебе еще и через БКБ Лагуна Бич. Там Абиза Блейд уже охуенно. С Аганом-то неплохо, но да, на БКБ прожал, испугалась чего-то, а чего я сам не знаю. Окей, пойдем, пойдем. Братья мои. Там, да, просветы, да стыю зайти. Там у Сларка Гем, что вы стараетесь там что-то делать? Юзелисы. Ой-ой-ой-ой-ой. А как у него яга-то оказалась в итоге? Мне просто интересно! Откуда там Аегис-то был опять? Я прощелкал своим лицом, что ли? Где-то торганул? А! Вспомнил, да. После того, как они забрали Рошу, они сразу же этот гем и слили. Понятно, понятно. Я теперь вспомнил. Ох да медведь, ой, да ГПМ, ох! Ой, ГПМ. ДПС. ДПС, да, ДПС. Все норм. Представляешь, вот этот Олег, он говорит, сейчас поем. Он ел часа 4. Часа 4, понимаете, что это такое? Есть часа 4. Как это называется? Ну все, сейчас, в принципе, 10 секунд осталось. Я его пока ждал, я успел с подписчиками на меде покатать два раза. За СФ и за ВРочку. И еще сыграть катку вот это вот. О, спасибо. Неплохо, тебя не спасет, правда. Чё, куда? Неплохо, деремся. На! Вот это изи. Да, не, мы выигрываем. Чё-то собрать, чтобы прям вообще лицо разбивать. Естественно же, Вэлл в Дискорд. Но нам не хватает на Вэлл в Дискорд, а теперь хватает. Все хорошо. У меня все ок. Да у всех все ок было. Ну, раз все говорят, что друид слил, значит, друид слил. Не буду даже протестовать. Ну, это вот 15 ассистов мои, ну, это богоподобно, по-моему. Скажите, Рики с геймом, ты слил игру. Не, пацаны, не так все, не так. Рики здесь и ассистил вначале. И гем... гем, говорю. Да гоном своим саппортов просто вырубал на раз. Вот кто это идет? Как вы думаете? Ага! Ага! А я такой, хоба. И надую. Надую. Тут сейчас нужно раздевартить. А чё такой? Чё такой хускарт? Уже бодренький бежит такой, типа. На радостях. Ой. Вот сам. Тихо. Главное, без кипиша все закончилось хорошо. Слава богу, что это закончилось.
Я, если честно, даже не расстроился. Медведь слил медведю репорт. Заслуженно. Ну что ж, с 400 летим соло. Неплохо. И 400 группового. Тоже неплохо. Обожаю доту. Люблю. Как вас.